Кипер. Блин, ну что-то... Ну хотя Варден на этой карте так себе, поэтому берет Кипера. Ну да, Кипер Панда. Есть такая стратка, Кипер Панда. Кибер Панда. Кипер. Хранитель Рощи и Панда. Раньше было популярно на этой карте. Посмотрим, может быть, будет Демон Хантер вторым. Покажи Муна. Ну а там Архимагич, очевидно, да? На параллельно две точки крипит. Не, это понятно, Александр, но нет, я имею в виду, что как бы Warcraft живет только благодаря китайцам. Блин, это так обидно, реально, это такая больная тема для меня, это просто забить. Знаете, почему Warcraft так такой живет? Потому что они его боут не забили, китайцы. Китайцы все эти года какие-то движухи делали, там, стримили, турниры организовывали, лиги молодых игроков, всякие приколюхи китайцы делали для Warcraft. Я просто это понять не могу, как так получилось вообще? Warcraft 3 это как StarCraft, вот Warcraft 3 у нас это как первый StarCraft в Корее Южной. Тупо такая же история, это наша народная культовая игра, Dota 2. Если что, единственный регион в мире, где Dota 2 популярнее Лиги Легенд, это СНГ. А вы знаете, почему она Dota 2 популярнее, чем Лиги Легенд? Потому что Warcraft корнями идет к этому. Почему так получилось, что Warcraft 3 у нас никому не нужен? Почему никто не занимался? Почему у нас он не стал как StarCraft в Южной Корее? Это такая бомбящая тема для меня. Я не знаю, почему на него все боут забили. Просто все. В свое время. Ну, имеется в виду, в 2011 году, как вышел StarCraft 2, на него все забили боут. Просто все вообще. Я не понимаю это. У нас денег нет. О, я тебя умоляю. И хочешь, деньги найдутся. Дота всех забрала. Ну... В Китае тоже Dota 2 популярная очень. Но Warcraft тоже популярен. Ладно, ну, типа, сори, но это просто это одна из самых бомбящих тем для меня. Не то, что бомбящих, типа, знаете, вообще вы поняли, да? То есть, типа, недоубивание, недоумение. Что, Towerpush, Towera? Так, подожди. Не, ну Fortitude, только Fortitude так может играть. Напомню, что Fortitude это именно тот Кент, это именно тот бро, который запушил, затоверашил Лина на летнем WGL год назад. И он решил повторить. У него типа челлендж, знаете, ачивочки за карьеру. Короче, запушил вождя орков, вождя орды. Теперь я пушу, затоверпушу пятую расу на WGL. Ачивочка, надо ачивочка. Просто Fortitude просто плевать, нужна ачивочка. Идет пушить. Но на самом деле тяжеловато. Есть ушницы, они быстро будут убивать башни. Но башни строятся. Стараются как-то так, пытаются сменить башни. Ремонт, пошел, башня отменяется. Но только одна башня. Ушницы, нужно пытаться их атаковать. Но под кого-то они стоят, лечатся, восстанавливают ману. Энты вызываются. Башня в итоге не была уничтожена, но она была отменена. То есть прокачка сама была отменена. Один фут умирает, пехотинец умирает. Дальше ученицы отошли от башни. Башни, судя по всему, будут прокачаны. Они будут стрелять по колодцам. Наглющие, просто наглющие башни. Они в итоге сработали. Но это пока что еще не конец, понятное дело. Юнитов не потеряла пятая раса. Он копит свою армию. Нет, одну ученицу он потерял. Сейчас ночь. В теории можно прятаться. Корни на пехотинцев. Один пехотинец только остался. Просвет. На лабе нет никого. Ученицы могут прятаться. Колодцы выпить. Нет, вторая... Лучница погибла. В итоге башня одна готова, стрелковая. Вторая башня стрелковая скоро будет. Магическая башня есть. Пуш продолжается и вполне себе успешно. Но пехотинцы все-таки гибнут. Мана, корни. Бим-бим-бум-бум-бам-бам. Юниты умирают, но башни стоят. А там третий кипер, вторые элемы. Много очень урона наносить таким образом. Можно элем как основа армии, элем как основа силы. И вот эти увидели, что сделала только пятая раса. Он подвел виспа, чтобы сжечь ману архимагу, чтобы он не вызвал элема. Потому что он понимает, элем это основной урон прямо сейчас. Пытается сделать дом охотников для того, чтобы заказать баллисту в древе войны.
для того, чтобы воевать с башнями. Без баллист отбиться от всего этого будет тяжеловато. Один колодец погиб, пытается второй колодец как-то, блин, пропушить. Конечно, фортитюдыч на стальных яйцах просто пушит. И это пока что работает, но башни не достреливают до древа жизни. А пока древо жизни живет, все окей. Все нормально, все нормалды, жить можно и так далее, и так далее. Да, пехотинцы под щитами, лучниц особо не чувствуют. Плюс еще, если будет ночь, их можно отводить на фонтан, чтобы они восстанавливали здоровье. Это просто нормально. Да. Лучницы постепенно гибнут. Если архимаг получит 4 уровень, это, конечно, будет мега круто, но для него очень далеко. Башни там тем временем качаются, новые колодцы построились, нужно новые башни внутри ставить. Лучница-то умирает, а сейчас день! Прятать женщин нельзя! Женщин там прятать нельзя, Муну! Весь его гарем сейчас разваливается, лучницы почти все погибли, без лимита остается Мун, вроде как. Хотя, если так посмотреть, Муна что-то много... А, подожди, Мун сверху слева, перепутали, как всегда, баннера китайцы. В итоге Мун без лимита, а наоборот, фортитюды дофига. Достраивает он магазин, нельзя отправить на колодец пацанов, потому что все-таки, блин, там крипы уже не спят, они не подпустят его бро. Надо купить цветок регенерации для того, чтобы восстановить здоровье. И пуш продолжается, но там баллисты заказывают. Все-таки дом охотников готов. И, конечно, с баллистой можно уже как-то отпушивать, можно уже как-то прогонять. Посмотрим, посмотрим, как это будет работать. Ну, да, да. Ну, что-то Мун как-то расстроен. Посмотрите, как голову наклонил, он такой, блин. Он такой, блин, да как так? Да того рашу проиграть, да что за фигня? Не, ну ачивочка выполнена почти. В шаге это выполнение ачивки здесь, конечно, фортитюд. Просто реально. Фортитюд как там переводится, не помню точно. Мужество вроде, если я не ошибаюсь. Или что-то в таком духе. Знаете, старый никнейм фортитюда — это романтик. Романтик. Есть романтичная любовь какая-то, знаете, такое к какому-то бреду. И мужество, мужество исполнять свои романтические мечты в реальность. Фортитюд доказал. Ачивочка выполнена. Двух самых легендарных игроков в истории Warcraft 3. Он затоврашил. Просто какие яйца, а? Какие яйца, Fortitude? Что творит этот чертяка? Просто, что он творит? А, сила духа, точно. Сила духа, вот она.